Друзья, всех приветствую! Это третье видео. Сегодня поговорим о том, как пополнить энергию, как выбрать монету для майнинга и установить монету через окно Sellest Coin. Предыдущие два ролика вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. Ну а сейчас давайте перейдем к пополнению энергии. К примеру, вы приобрели определенный риг и вам нужно купить энергию. Видим, что сейчас у меня энергии 0. Для этого мы должны перейти в TronLink в браузер и там приобрести энергию. Давайте это и сделаем. Мы пришли в TronLink, зашли в браузер liquidmining.com. Кошелек автоматически подвязался и внизу мы видим готовые пакеты, а также в самом низу электроэнергия. И выбираем ту электроэнергию, которая нам подходит. К примеру, это энергоблок 2000. Нажимаем на него. Выбираем количество, которое мы хотим купить. И в самом низу видим кнопочку «Купить сейчас». Нажимаем. После этого высвечивается список покупок. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Подтверждаем несколько транзакций. И у нас в профиле оказывается электроэнергия. И в данном окне энергии мы видим количество дней, на которые нам хватит электроэнергии. Справа видим, сколько потребляется в день электроэнергии. И снизу мы выбираем тот или иной заряд. После этого нажимаем кнопку «Install». Теперь поговорим о том, как выбрать и установить монету для майнинга, когда электроэнергия и риг у нас готовы. Данное действие мы можем выполнить несколькими способами. Один из них мы переходим во вкладку «Кошелек» внизу. И в зеленом окошке мы видим ту монету, которая сейчас у меня по умолчанию стоит в риге. В этом списке мы можем выбрать любую монету, которая нам потребуется. Для этого мы на нее нажимаем. Справа вверху мы с вами видим описание, можем почитать, о чем эта монета, о каком проекте, какую идею она несет. И после этого нажать кнопку «Install» и выбрать «Rig». Для того, чтобы привязать кошелек, мы должны перейти в веб-версию, в кошелек TronLink. Для этого нажимаем «Мой дата-центр» и кнопочку «Монеты». Для монет, которые не привязан кошелек, отображена красная активная кнопка в виде скрепки. А для монет с привязанным кошельком активная кнопка синяя. Можете увидеть на HCFC. Если кошелек у вас не привязан, как в моем случае, сюда нужно ввести адрес кошелька и нажать «Подтвердить». Если же кошелек привязан, у вас уже автоматически будет ваш адрес кошелька. И также, друзья, монету можно выбрать через окно Sellest Coin. Это главное окно, и посередине мы видим вкладочку «Монеты». После этого мы на нее нажимаем и в появившемся окне выбираем ту или иную монету. Снизу видим, какое количество мегахэш в секунду потребляется и сколько майнится в день. К примеру, выбираем монету Flora и нажимаем кнопку «Install». После этого по умолчанию у нас стоит монета Flora. Слева 356 мегахэш в секунду и справа 37,7 монет в день. Друзья, это было третье видео. В четвертом поговорим, как изменить лимит выплаты, активация Boost и просмотр статистики по монете. Всем пока!